Посмотрите на эти вкуснейшие, ароматные, с хрустящей корочкой рыбные котлеты. Давайте вместе их приготовим. Нам понадобится 1 килограмм рыбного филе трески или ментая, пол батона белого хлеба, вымоченного в молоке жирностью 3,2%, очень большая луковица, 2-3 яйца, молотый черный перец, панировочные сухари. Филе прокручиваем в мясорубке или блендере до состояния фарша. Ту же процедуру проделываем с репчатым луком. Его должно быть очень много. Мы подготовили рыбный фарш, рубленый репчатый лук, отжатый от молока белый хлеб, яйца, черный перец. В большой миске тщательно все перемешиваем, формируем котлеты и обваливаем в панировочных сухарях. Жарим на предварительно разогретой сковороде на растительном масле на среднем огне по 12-15 минут с каждой стороны в зависимости от размера котлеты. Из такого количества фарша получится от 12 до 14 котлет. Приятного всем аппетита, сохраняйте рецепт и делитесь им!